Рецепт печенья очень простой, но получается оно вкусное. Итак, понадобится кефир, щепотка соли, сахар, яйцо, растительное масло, я беру подсолнечное, рафинированное, и добавляю ванильный сахар или ванилин можно добавить. Все хорошенько перемешиваю. Теперь добавляю ложечку чайную разрыхлителя и постепенно добавляю муку, замешивая тесто. Тесто получается мягкое, эластичное и немного липкое. Теперь тесто нам нужно разделить на части. Сначала делю пополам. Делаю небольшую такую колбаску. И разделяю еще на части. Скатываю шарики, чтобы было удобнее работать. Рабочую поверхность немного обрабатываю мукой. Чуть-чуть просто припорошили. Раскатываю. Раскатать нужно прям тонкий-тонкий прямоугольник. Если надо, добавляем еще муки. Так, все, готово. Теперь беру растопленное сливочное масло и смазываю им поверхность. Аккуратно скручиваю рулетик. Ну, теперь закручиваю, делаю улитку. Краешек под низ. Видите, какая улитка получается. Здесь закрепляю. Беру сахар. И вот так сахар. Все. Выкладываю на противень. Все готово. Ставим выпекать. Улитки испеклись. Теперь выкладываю на решетку, чтобы они остыли.